Буква О таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Буква И в имени говорит о неполноте и чуждости. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния. Готовы идти к поставленным целям с любыми путями. Звук К в имени твердый и колкий, при звучании настораживает, вызывает напряжение. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Люди с буквой И часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. В нумерологии числа этого имени являются творение или начало. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Часто в характере людей с буквой О в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Нумерология указывает по этому имени явное равнодушие к чужим проблемам. Иногда буква И в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Они щедры и благородны, готовы всегда прийти на помощь униженным и оскорбленным. Часто люди с гласной О склонны к консервативному образу мыслей, и принципиальность сковывает их возможности. Буква К символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.